В селе Татарская Каргала, что в Оренбургской области, прошел 6-й Всероссийский сельский сабантуй. Почетными гостями праздника стали полпред Владимира Путина в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, а также временно исполняющий обязанности президента Татарстана Рустам Миниханов. Швейцарец Станислав Вавренко выиграл турнир «Ролан-Гаррос-2015». В финале турнира Вавренко обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича в 4 сетах. Крупный град, который прошел в эти выходные в поселке Кульситово, что под Казанью, уничтожил урожай жителей поселка. Из-за строительства ресторана «Макдоналдс» в Елабуге закрылся единственный парк аттракционов. Парк «Чебурашка» должен был начать работать еще в начале мая, но из-за «Макдоналдса» вход в него оказался заблокирован. Пчела стала причиной внеплановой посадки самолета в Англии. Самолет, совершавший рейс из Саутгемптона в Дублин, был вынужден вернуться в аэропорт из-за насекомого, попавшего в прибор в наружной части воздушного судна. На реконструкцию парка «Черное озеро» потратят больше 100 миллионов рублей. В Казани представили план проекта реконструкции старейшего городского парка. В эти выходные состоялся открытый Кубок Татарстана по бейсболу. Кто его выиграл, расскажем в нашем вечернем выпуске новостей. Не пропусти «Универ News» ровно в 18:00.